Итак, добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие радиослушатели и также зрители. Сегодня у нас, как всегда, с вами передача «Рок-клиника», и я ее ведущая, Фея Светлая. Феи Темной сегодня, к сожалению, нет, потому что она отправилась на какой-то дикоадский угар в клуб «Точка». Название коллектива, который там выступает, я так и не запомнила. И сегодня в нашей передаче очень необычные люди, естественно. Это представители, участники основные группы под названием «Время срать». Угу. Ну, то есть берешь на улице, подходишь к самому обычному человеку и называешь его необычным человеком и приводишь в студию. Да, ну, в принципе, можно и так сказать, наверное. Это мнение Алексея. Это Алексей, лидер группы «Время срать». Да, меня зовут Алексей. Или же Забей, да? Или же Забей. Так, ну и второй участник нашей сегодняшней передачи. Представьтесь, пожалуйста. Ха-ха. Можно перевести к себе микрофончик, да? Как мне правильно себя назвать? Не знаю даже вообще. Сами называйте. Ну, я, насколько знаю, вас зовут Александр. Ну, да. Правильно, да? Наполовину. А на какую? Ну, на первую, наверное. А то есть бывает, ну, и вторая. Я могу сказать, что его зовут Бурзум, да? А если на первую половину, то только Бурз. Бурз. Его зовут Бурз. Бурз, да? То есть именно Бурзум, а не Бурзум, да? Бурзум. А, то есть все же Бурзум. Нет, ну... Бурзум! То есть ты как бы фанат группы Бурзум? Нет. Нет, он ненавидит. Да? А почему? За что ты ненавидишь группу Бурзум? Я ненавижу группу Бурзум. То есть ты ее как бы, ну, никак к ней не относишь. Он ненавидит группу Бурзум за то, что она назвалась в честь его имени, понимаешь? Да не, хорошо отношусь к Бурзуму, просто не трачу время на прослушивание его. Ну, ты хоть когда-нибудь слушал? Слушал. Очень. Отлично, отлично. Ну что же, но, насколько я понимаю, сейчас ты работаешь, так сказать, бэк-вокалистом в группе «Время срать», да? Синхронным вокалистом. Синхронным вокалистом. Именно синхронным. А что это значит? Это значит, помимо бэк-вокала, это также синхронный вокал. То есть ты поешь совместно с вокалистом, да? То есть, ага. Понятно. Там еще нос нужно зажимать иногда. Зачем? Да, при наших синхронных плаваниях синхронный вокал по тем же правилам. Синхронный перевод, я еще знаю, есть такое. Перевод денег синхронный. Вот, а вообще, насколько я знаю, вот ты, Александр, или Бурзум, или же Бурзум, также работаешь в группе Будда Мартрая, да? Как ты называешь ее все время, не так? А как надо? Майтрайя. Как? Майтрайя. Майтрайя, хорошо. Ну, то есть больше ты причисляешь себя к тому проекту, да? Ну, я больше времени на него, да, потратил, конечно. Потому что понятно. 7 лет существовало. Так. Понятно. Так, Алексей, а скажи, пожалуйста, просто, ну, наверное, не все знают, да, возможно, некоторые люди первый раз слышат о существовании группы «Время срать». Вот, расскажи, пожалуйста, почему так называется ваш коллектив? Наш коллектив так называется, потому что... Потому что я не знаю, почему он так называется, ведь не я же придумал название, да? А кто же? Вот, да, история нашего коллектива, она схожа с историей группы Napalm Death, где полностью поменялся состав, и, соответственно, у нас от первоначального состава группы «Время срать» не осталось ни одного человека, да? Ничего себе. Вот, да, и поэтому и история, в общем, похерила наша. А как так получилось? Вот, разве такое возможно, чтобы абсолютно все посменились? Да, возможно. Ну что, сначала ушел вокалист. Ушел совсем? Да, первого состава. Вот, и пришлось. А, напрягли меня опять, да? Сказали, вот давай пой, тут обязательно надо все спеть. А иначе, ну, сам понимаешь, пропадет такая великая группа, ну, что же делать-то, пришлось петь, да? В конце концов, ушел и композитор. Вот. И, собственно говоря, остался ты, и ты набрал, так сказать, других участников, да, команды. Ну да, разумеется, у группы «Время срать» есть два состава. Это московский состав, куда входит Бурз, моя жена Марина,
Я и кто-то еще, наверное. А, гитарист еще, да. Слава, да, по-моему? Да, вот. И есть специальный, это европейский состав для гастролей по Европе. И есть состав для гастролей по Азии, по азиатской части, да, нашей страны. Ну, соответственно, тот состав находится в Азии. Вот. То есть есть такой город Заречный, такой маленький городок. Атомный, да. Это азиатский город, но поскольку он все-таки близко к границе с Европой и Азией, там все не до конца еще узкоглазые, вот, но, в принципе, все стремятся к узкоглазости. Да. Ну, можете по мне заметить. Ну, по тебе я бы не заметила, на самом деле. Ну, в общем, суть в том, что, в принципе, ты можешь один, скажем, переезжать, кочевать из Европы в Азию, да, из, соответственно, из Азии в Европу, и там будет тебя встречать уже готовый состав, да, участников. Да, разумеется. Дело в том, что существует еще такая граница Европы и Азии, да, на ней прямо стоит такой столб. Да, с я одной, знаю. Да, с одной стороны написано «Европа», а с другой «Азия». Вот. Если придется, допустим, выступать возле этого столба, то получается, что произойдет раздвоение, да, и драка между двумя составами. Ну да, действительно, вот потому что на самом деле все будут бороться за право, так сказать, да, играть в коллективе. Ну, и сейчас, а у меня начнется раздвоение личности и внутренняя драка такая. Да, ужасно, ужасно это. И часто ты совершаешь гастроли подобные, например? В последнее время не очень, да? Нет, а зачем они нужны, гастроли? Это же зарабатывание денег, а разве в деньгах? Счастье. Да, в деньгах. Хорошо. А песни, которые, собственно, вы сейчас исполняете, они написаны вот тем составом предыдущим, который уже ушел, или же все-таки тобой и сегодняшними участниками группы? Вот нынешние, да, песни, да-да-да, которые мы исполняем. Ну, так получается, что мы, в общем-то, нагло тырим песни прошлого состава и используем, конечно же, нынешние песни. И, разумеется, не отчисляем авторские. Понятно. Ну, просто я сейчас предлагаю прерваться на музыкальную паузу, дабы ознакомиться с творчеством группы. И вот песня под названием «Серая Girl» — это ваша песня или же это старая песня? Это наша песня, написана полностью мной. Ну что ж. Да, но аранжирована она другим человеком, Геной из Заречного. Ага, ну что ж, тогда прослушаем композицию. Я знаю, этот цвет всех безопасней. Это камуфляж, твой камуфляж. Но столько лет ты не снимала одеяния свои, что серым цветом пропитала свои мысли, свои дни. Я сел в метро, пришел к тебе. Сегодня ты одна. Иди ко мне, серая гёрл, сквозь хаир пепельных цветов. Серая гёрл, ты мне шептала, будь готов. Серая гёрл,
серый свитер, отдаешь мне все свое серое тепло, серое тепло. Пионерка не спасает, даже красный галстук он на черно-белой фотографии, как серое фуфло. И я на школьном дневнике изображен, где Ленинград, подтер две буквы в этом слове. Получилось Ленинград, сей компромат попал к тебе. Ты настучала сразу в КГБ. Серая гел сквозь хайер пепельных цветов. Серая гел, ты мне шептала, будь готов. Серые гел, глаза как серые нули. Я так хочу понять твои серые мозги. Серые мозги. Серая гел, ты мне шептала, будь готов. Серая гел, так вышла только ты одна из сотен прочих избрана. Серая гела, ты моя судьба. Итак, мы прослушали композицию в исполнении группы «Время срать» под названием «Серая Гёрл». А, Алексей, все-таки, может быть, мне кажется, некоторые так ошарашены сразу, да, вот, может быть, прослушав эту композицию, но, возможно, не все уловили смысл. То есть, вот, все-таки вкратце расскажи, пожалуйста, об этой песне. Ну да, конечно, все ошарашены, поскольку, ну, сами понимаете, песня панковская, много мата. Вот, и все, как увидели, в общем, никогда до этого такого ничего подобного не видели. И, конечно же, хватаются за сердце, бабушки пьют валерьянку и валидол. Ну да. Да. Вот, что касается смысла, да, песни? Да-да-да. Смысл песни в том, что чувак, который... диссидентский такой, да? Как ты сегодня говорила. Ну, короче, неформал. В общем, все было в 80-х. Ага. Вот. И он влюбился в обычную пионерочку, да? Вот. Но он такой неформал, а она такая пионерочка. Лениночка. И все. И помимо этого, в галстуке. И все. Она, разумеется, его не признавала, поскольку надо признавать ленинские ценности. Вот. Ну, я, кстати, сомневаюсь. Ты уверен, что она действительно их признавала? Эти ценности ленинские. Да это не важно, признавал, ну, или нет, главное, что в системе, что называется, находилась. Вот, ну а как добиться эту девочку, этой девочки, да, как любви добиться?
Ну, перец этот взял и просто стал серым, как все, как она, да. И, в общем, начал ходить на субботники, и все. Ну, в смысле, он не стал милиционером, нет? Или он просто стал, как все? Ну, может, милиционером стал, ну, может, просто, там, КГБшником стал. Стал серым, там, в плане, вот. Может быть, одел серую форму. Вообще, да, могу сказать, что история, в общем, отчасти из жизни. Дело в том, что у меня отец, он, в общем, слушал радиостанции, все эти «Голос Америки», там, uh-huh. «Deutsche Welle» и прочее, да. Вот, и, в общем, так потихонечку обсирал, в общем, Ледина, uh-huh. Володю. Понятно. Вот. И мама, в общем, она просто взяла и настучала в КГБ, mm-hmm. вот, на папу. Написала заяву такую, в общем, там все постаралась в эпистолярном жанре. Ну и все, и настучала, в общем. И даже приходил меня, допрашивал мент один, Чебак, по кличке Чебак. Вот. Ну, Заречный маленький город, и, соответственно, там даже у ментов есть клички, в общем. Ну, а как закончилась-то история? Вот. Надеюсь, не плачевно совсем? Да как все заканчивается? Ну, разводом. Вот. Ну, в общем, да, получается развод на, так сказать, политической почве. Да. Ну, то есть это навеяло. Понятно, ну ладно, не будем углубляться, в общем, в грустное, да? А почему ты решил, что бабушки, собственно, хватаются за сердце? То есть, ты намекал на то, что ваша музыка особо, так сказать, неформальна и может выбить любого человека из колеи. Точнее, короче, как ты сам считаешь, какую музыку вы играете? Ну, ты видишь, тут вот не музыка, да, а какой-то сплошной скрежет, да, такой. Да, прям, который режет уши. То есть, ну, сама понимаешь, разве можно такое слушать? Вот, бабушки, разумеется, сразу, ну, просто падают, да, вот те бабушки, которые подключены к интернету, они, в общем, вырубаются сразу же. Ну, понятно. Короче говоря, Алексей хочет сказать, что, в принципе, он играет такой электропоп, да? Да, такой... Приближенный к Ласковому Маю, да? Или что-то, или нет? Да, такой true электропоп, да. True электропоп. Вот, а-а-а. Как мы можем назвать в целом творчество группы «Время срать». Вот, кстати говоря, чуть позже Алексей еще исполнит обязательно несколько песен в прямом эфире у нас, так что ни в коем случае не разбегайтесь и не уходите. Так, хорошо, ну, может быть, у Бурза кое-что мы спросим. Да, он сейчас скажет, он уже готов, он уже свистит, вон микрофон. Бурс, скажи, пожалуйста, а где ты себя лучше чувствуешь, когда ты выступаешь на сцене с Буддой Мартой? Прошу прощения. В общем, мы понимаем, о чем идет речь. Нет, ну... Или же с коллективом «Время срать». Это зависит, на самом деле, от того, кто первым выступает. В каком плане первым? Ну вот, если, допустим, сначала я выступаю... Мы обычно в паре вообще играем. С кем? С «Время срать». А, ну-ну-ну. И вот если, допустим, первое идет «Время срать», то мне кайфово «Время срать». Угу. И наоборот. Потому что вот энергия выходит, и все. Вот оно что. Пар. И вообще не важно, с кем вообще выступать. Ну, то есть у тебя так быстро энергия выходит, что ли? Ну, и да, мне немного нужно, чтобы вот именно так вот. Он пар спускает. То есть... Да, я иду спать. Ну, а как бы в целом, то есть ты доволен, да, тем, что, чем ты занимаешься в музыкальном плане? Да я ничем не занимаюсь в музыкальном плане уже давно. Ну, тем, что ты выступаешь на концертах. Не очень. Почему? Не знаю. Ну, да, вообще, конечно... Они длинные какие-то очень обычно бывают. Кто? Концерты? Концерты. А то есть ты хотел, чтобы они были бы короткие? Конечно, минут 5, и все. Вообще весь концерт, весь фестиваль. Ну, не знаю, есть ли в этом смысл. То есть. Не, ну представь, люди пришли, там, заплатили за билет, например, то есть... И 5 минут, и уходить обратно, что ли, сразу? Ну, следующий фестиваль начинается. Вот так вот. Слушай, странная логика. То есть ты, видимо, живешь по каким-то своим все-таки законам. Ну да, я заметила, действительно, неформал. Не то, что мы тут какие-то попсёры. Мы цивилы. Да. Просто море лести на меня обрушивается. А вообще ты где-нибудь работаешь или учишься? Мне просто именно вот у тебя интересно это спросить. Ну, я работаю, да.
А кем, если не секрет? Дизайнером. Не, подключаю всякие шнуры к осветительной аппаратуре. Понятно, понятно. Ну, в общем, ты занимаешься тем, что я не знаю. Ну, стенд-фотограф, так называется эта профессия. Понятно. Так, ну что ж, в принципе, я предлагаю исполнить композицию какую-нибудь, да? Как вы на это смотрите? Хорошо, прямо так сидя здесь. Ну, что делать, давай исполним. Давайте исполним, в принципе, а чего, как бы, чего разговаривать? Мне кажется, надо в деле все проявлять. Да, вот сейчас начнем. Да, и... Песня называется «Любовь и носки», да? Да. Вот, да, ну... Получается, да, вот мы сейчас вот... Вот, так, возможно, а я тоже, знаю... Расстояния. А нет, а микрофон этот у меня будет, а вы будете петь как-то так. Я просто буду с такого расстояния, а ты с такого, и будет все... А потому что я, возможно, тоже буду петь. А, а я не знаю, ну... В другой песне будешь петь. Почему в другой? Там уже нужен женский голос, тут не надо. Какая разница, разберемся. Ну, если что, я тебе передам, не волнуйся. Ты задавай вопрос. Итак, значит, «Время срать», «Любовь и носки». Я летом лазил лишь с тобой. Я летом лазил лишь с тобой. Гораздо больше, чем с другой. Гораздо больше, чем с другой. Ты фанатела от меня. Фанатела от меня. И я фанатом был тебя. И я фанатом был тебя. Но вот настали холода. Но вот настали холода. Ко мне ты стала холодна. Ко мне ты стала холодна. Как мне вернуть тебя, скажи. А может быть сменить носки? Давай один. А может быть сменить носки и вместе с ними свою жизнь тобой опять наполнить дни? Ты герла мега зашибись. А может быть сменить носки? Жизнь тобой опять наполнить и ты герла мега сваливаю в ночь. Лишь ты одна, если б ты пришла сейчас и обняла меня в тот час, я перестал быть тупым ради тебя, стал бы клёвым таким и выучил бы наконец английский язык, чтобы сказать тебе их, либо иди. А может быть сменить носки и вместе с ними свою жизнь тобой опять наполнить дни. Ты герла мега зашибись. А может быть сменить носки и вместе с ними свою жизнь тобой опять наполнить дни. Ты герла мега зашибись. Их либо их. О, е. Я думаю, это изумительное сведение было вообще. Итак, собственно, мы прослушали, вы, вернее, прослушали в нашем исполнении песню. И вы, кстати, не только прослушивали, но вы еще и сводили там по ходу, потому что только вы, по-моему, и слушали, как это все выглядит.
Да, да, соответственно, вот. Я надеюсь, я не очень подпортила, так сказать, исполнение наших основных певцов. А мы потом в видеозаписи это послушаем. Ну да, и посмотрим, соответственно, что у нас получилось. Итак, знаете что, вот все-таки интересно. Действительно, судя из названия, вот в ваших песнях очень часто фигурируют такие темы, разумеется, да, как говно, как бы как, ну, скажем, например, носки, то есть, а также туалет обязательно, uh-huh. да. Все-таки вот что, Алексей, это для тебя? То есть, вот, скажем, говно, туалет и носки. Ну, может, наши зрители заметили, что вот прозвучали две песни, и полностью они были посвящены говну, туалетам. Вот. Ну, то есть, да, для меня, в общем, вся жизнь является сплошным туалетом и сплошным говном, так же, как и эти песни, стопроцентно наполнены этими вещами. Угу, вот так вот, да? То есть абсолютно вообще все. То есть нет ничего, ничего светлого в жизни. Да, только коричневая все. А любовь тоже? А про любовь, если ты заметила, в этих песнях нет ни слова. В этих песнях нет. Но я знаю, что потом в последующих есть. Вот. И там, я так понимаю, что получается, что любовь, она тоже такая же, да? Да, такая же. Какая такая же? Коричневая. Да. А что ты скажешь, Бурс, по этому поводу? По какому поводу? Ну, по поводу говна, например. Ну, говно, это что, ну, есть оно, и все, и что. Я не понимаю, вопрос очень широкий. Ну, что, надо отвечать. Мужики там скатывают такие, знаешь, шары из говна, есть такие навозники. Да, возможно. Самое интересное, что с говном происходит, я думаю. Думаешь? Нет, кстати. Очень многие люди с тобой бы поспорили. То есть есть интереснее, да, вещи, которые происходят с говном? Конечно, нежели конечно. Жуки, которые катают. Да, там. Разумеется. Ну, так расскажи о том. Ну, вот это... Бур сказал, тема вообще широка и неисчерпаема. Да, да, но, к сожалению, вот, блин, я на самом деле в этом не самый специалист. Вот, например, когда мы записывали с группой Хакмейстер передачу «Клинический стул», вот там, вот, например, вот очень много было тем. И причем таких, знаете, вот именно в плане исследования конкретного этого материала. То есть вот не просто, как вот, скажем, поэтесса, да, вот Вагина Лохматова, Маткина, вот она вот что-то говорит про говно, но она как бы говорит просто объективно, то есть вот она рисует внешние картинки, да, mm-hmm. скажем так, а там люди именно пытались, ну, вникнуть в суть. А этого. В каком контексте? Что, в каком контексте? Ну, суть в каком контексте говна? А, ну, вот в том-то как, и дело, что... физиологическое явление. В том-то и дело, что контекст, он очень широк, то есть... Mm-hmm. Вот, и... Но я вот говорю, не самый, вот не сведущий в этом вопросе просто. Я думала, что, может быть, вы что-то расскажете. Ну вот, видишь, ты как-то тоже не особо вот задумался, да? Ну да, я как варяюсь, немножко поговорила. Ну, понимаешь, ты не сведущая, да, в этом вопросе? Ну, чуть-чуть. А мы, поскольку группу создали не мы, не я, да, и не Бурс, мы, получается, тоже не сведущие в этом вопросе. Мы от себя сказать абсолютно ничего не можем. Дело в том, что мы можем выступать только в роли медиумов. То есть, да, проводников, от создателей, которые передают свои знания о говне. Но, тем не менее, ты всегда выступаешь с туалетной бумагой на сцене. Вот это опять же, пережитки прошлого или это сегодняшний уже какой-то вот момент? Ну да, это такая форма. Я закутываюсь в туалетную бумагу и закутываю каждого зрителя, да? Uh-huh. Это такая форма, то есть мы косим под тех людей, которые что-то знают о говне. На самом деле мы ничего не знаем, но мы косим. Угу. Да, именно поэтому. Так что, друзья мои, кто, как говорится, еще не был закутан туалетной бумагой, обязательно посещайте концерты группы «Время срать». То есть, и обязательно, я думаю, вам повезет, если вы будете стоять в первых рядах, то обязательно будете закутаны туалетной бумагой, да, Алексей? Да, конечно. Главное, чтобы бумаги хватило. То есть, как правило, на наших концертах каждый должен принести по 15 рулонов туалетной бумаги, и тогда он проходит, в общем-то,
с 2% скидкой. Вот так вот. Так что имейте в виду. Скажите, пожалуйста, а вообще есть у вас такие конкретные явные вот поклонники, фанаты, вот конкретно группы «Время срать»? Или это просто неизвестно? Я думаю, у нас нет ни одного фаната, да, и я думаю, что нас сейчас никто не смотрит. Ага, класс. Ну, все-таки я думаю, что хоть кто-то досмотрит, мне кажется. Мне кажется, что смотрит, да. А докажи. Не могу. Вот этих доказательств у меня нет сейчас. То есть мы сможем это узнать только потом. Ну, мы об этом узнаем. А, то есть именно поэтому вы пребываете иногда периодически в несколько грустном настроении? Или же, напротив, вы абсолютно веселым сейчас? Борс в депрессии, а я? У меня депрессия кратковременно сменилась таким маниакально-депрессивным психозом. Маниакальным. Маниакальным, да. Маниакальная фаза. Вот. То есть именно сейчас, да? Ну, да, последнюю недельку. Нет, ответь на вопрос, равномерно у тебя? Депрессия с радостью или что-то как-то? Нет, это такая нелинейная зависимость. Просто, ну, я не знаю, вопрос был не слышен, ну ладно, это не важно. Действительно, если как бы тем более... Ну ладно, не будем на самом деле гадать на эту тему. Да, можно... А в принципе можно установить какую-нибудь новую форму гаданий, гадания на депрессию и также психозе там, да? Вот. Так, ну что ж, в принципе можно еще послушать, да, музыку. А, ну так что, может комментарий, да, небольшой? Да, давайте комментарий. Значит, следующая композиция у нас будет называться «Давай». Да, вот, да, есть да, такая песня, давай. Да, вот, и сейчас, вы же мне дадите, да, пару слов сказать? Да, конечно. Вот, значит, ну, вообще это шансон. А что понимаете? Такое шансон? Потому что шансон, он тоже по-разному, вот, разные люди имеют в виду разное под словом шансон. Ну, потому что некоторые, например, считают, что шансон, да, это чисто какая-то блатная тематика, да, а на самом деле это вообще-то не так, по-моему. Я понял тебя, но, честно говоря, неохота сейчас излагать на эту тему. Ну ладно, хорошо. Это просто шансон, да и все. Я должен был спеть эту песню. Такой персонаж по имени Мафик, вот, в Заречном есть такой шансонье. Вот. Но дело в том, что когда я пришел к нему, и все, договорились, все нормально. МП-3-шки у меня были сильно зажаты, минуса. И он сказал, это что за гражданская оборона такая? Вот. И, в общем, не сложилось, в общем. А вообще про шансон сейчас, и в частности про песню «Давай», вотрет Бурс. Да, и, ну, во-первых, там шансон вообще формально он не присутствует. Совершенно. Что совершенно? Шансон не присутствует там совершенно. И вообще, наконец-то где-то прозвучит эта песня, потому что как бы что-то она такая хорошая, но забыта. На концертах не исполняется, и вообще как-то, не знаю. В общем, хорошая песня, слушайте внимательно. Ага, хорошо, послушаем хорошую песню. Возьмем эту киску. Давай. Поставь кассету с надписью «Круг». Давай. Возьмем еще пиво. Давай. По пол-литра дернем за нас. Давай. Ведь ты не мудила. Давай. Ты знаешь, я не пидорас. We'll be right back.
уедем за гранку. Оттянемся по полной на дельте. Замутим глобальную пьянку. Что было, то вспомнить на пенсии. А то не успеем. Посильнее нажми на газ. Завтра мы постареем. Может быть, все в последний раз. Итак, мы прослушали композицию в исполнении группы «Время срать» под названием «Давай». И насколько я поняла, в этой песне то ли девушка, то ли вот ее молодой человек, наоборот, приглашает к тому, чтобы, ну, заняться какими-то такими достаточно, ну, обычными вещами, да? То есть вот только кто кого призывает? Ну да, помыть посуду там, например, да? Нет, ну для начала, то есть проехаться в машине, слушая круга и попивая пивко, то есть, ну, а потом уже, соответственно, пойдет, возможно, стиральная машина. Или я вообще все не так излагаю? Да, проехаться на стиральной машине, да, попивая, в общем. А, да? Вот так, да? Блин, а я думала почему-то, что там пара именно присутствует, да. Нет? Ну, молодец, ну какая разница, кто понимает. А, ну понимает. Хорошо. Ну да, в принципе, да, какая разница, да. Ну так давай вопрос. Мужской диалог, да? Да. Понятно. Хорошо, тогда следующий вопрос... такой, Бурс, скажи, пожалуйста, о чем ты сейчас задумался? Ни о чем? Вообще ни о чем. Ага, а у тебя такое часто бывает? Пуст. А у тебя часто бывает, когда ты ни о чем не думаешь? Бывает, конечно. Ну что, я просто о чем-то очень неважном думаю, забываю тоже. Ну, то есть получается, что у тебя вообще бывает часто состояние такого чистого сознания. Это чистое сознание, по-твоему? Ну, конечно, если когда человек не, вообще у него нет мыслей. Смотрите, вот человек с полностью чистым сознанием. Ну почему с полностью? Он говорит, что иногда он о чем-то думает, все-таки чуть-чуть. Тебе надо вот сейчас сидеть перед камерой, не улыбаться, ну и вообще полностью тупить, понимаешь? Чтобы все поняли, вот он человек с полностью чистый, полностью пустой. Ну что значит пустой? Просто с чистым сознанием. Вот посмотрите, друзья, на него. Дайте крупный план. Вы можете даже заняться немного медитацией, немного, то есть даже глядя на изображение этого человека, потому что он как истинный представитель группы Будда Майя Трая вот, призывает вас к медитации. Значит, глум какой-то. Не, ну в принципе ты можешь тоже как-нибудь проглумиться, например, над Алексеем там, да, или не, надо мной. Не расположен сейчас с ним глумиться вообще совершенно. Понятно, то есть ты хочешь говорить на серьезные темы. Ну да, надо стараться на к этому. Ну хорошо, там серьезные темы, например, там какие есть у нас, религия, например, то есть вот как ты к религии относишься? Или ты чисто буддист? Я не крещенный. Вообще отношусь хорошо, на самом деле. А в последнее время. Ко всей религии, к любой, там, к буддизму, там, к христианству. Что у тебя ближе? Ну, ближе православие, потому что больше православных вот так, меня да? окружают. Они на меня влияют каким-то образом. Да? А вот. Я вижу, ну, там, как они меняются под воздействием. Под воздействием алкоголя, что ли? Или наркотика? Нет? Религии. А, вот так. А грешников много тебя окружает? Все. Ну, таких серьезных грешников. Все серьезные. Понятно. Ладно, Алексей. Давай-ка поспорим. Вот, например, у меня нет за мной вообще никаких грехов. Вот видишь?
И что я должен тебе сказать на это? Ну, чтобы... Ты вопрос задал, есть тебе грехи или нет? Ну, как это соотносится с твоими словами, что все вокруг грешники? Вот я, например, полностью чист в этом смысле. Ну, я тебе не верю. Просто ты все. На этом тему закончили. Ну да. На эту тему закончили. Прекрасно. Что здесь? Ничего, ничего, ничего. Так, ну что... А как часто вы выступаете на концертах? Очень хороший вопрос. Ты его, по-моему, повторяешь уже... Какой раз? Неправда. 58-й. Неправда. Неправда. 57-й. А, извини, да. Вот я дезинформацию-то, да, сказал. 58-й. На самом деле, 57-й. Угу. Блин, ну я же тебе отвечал на этот вопрос. Ты мне уже не отвечал ни разу. Это я вот столько раз спрашиваю, а ты не отвечаешь. Как часто мы выступаем на концертах, да? Вот смотри, наш последний концерт был, по-моему, минут 15, да, назад? Ну, в принципе, если... Я имею в виду на площадках, то есть. На площадках. Да. Вот этот стул, он площадкой не является. Хорошо, да? В принципе, понятно. Сюда может даже понятно. Вертолет приземлиться. Площадка такая. Угу. Ничего. Понятно. Мягкая посадка. Понятно. Так, ну а ты как часто выступаешь? Ну, последний концерт был, по-моему, где-то 28 июля. Ага. И, кстати, как Будда Мартрая удалось выступить тогда? Одну песню мы сыграли. Просто мы тогда уже как бы уже не стояли, собственно, так на ногах и, в общем-то, покинули зал. Вот, а там время, ну, обрезали просто время и все. Ну, потому что время уже было 6 часов. Мы что-то настраивались очень долго еще. Так вот, гитара не была настроена. Ну да. А кому это интересно? Я вот не знаю, кому. Кстати, кто вообще все это придумал, на самом деле, все вот это мероприятие сейчас происходит? Какое? Ну, то, что вот мы сидим и разговариваем. А, это ты про сейчас? Инициатором вообще. А это невозможно сказать, это вот как Алексей иногда отвечает там. Да, но я же говорил, что это бог. Бог, да-да-да-да-да. Инициатор этого мероприятия — бог. Инициатор этого мероприятия — бог. Значит, соответственно, богу угодно, чтобы происходило это мероприятие. Ну что, прослушаем еще одну песенку группы «Время срать». Да, давай заплати. Заплати, да? А кто там кому должен заплатить? А, это мы сейчас узнаем. Я поняла. Заплати, заплати. Система дала тебе все.
Заплати, заплати, немедленно еще раз заплати, потому что если ты не заплатишь, ты не добьешься ничего. Ты не будешь жить в Москве. Да, в Москве это уж точно. Хотя я просто как, в общем-то, мне неизвестны эти темы, потому что я здесь всегда жила, и поэтому я не знаю, как. Вот как, кстати, вот с этим, правда? Ну, то есть я не знаю, вот как люди, которые приезжают откуда-то в Москву, то есть вот как они вообще ориентируются здесь? Да, но Москва резиновая, и поэтому приезжайте все к нам в Москву. Просто очень много как бы у меня знакомых, да, которые вот приехали в Москву, а вот как они все это прокручивают, то есть вот как что они при этом чувствуют, я не знаю, например. Ну, как правило, первое время такой напряжек, что вот, дескать, если ты не вкалываешь, то, в общем, ты отсюда вылетаешь, вот и все. Ну, то есть начинаешь вкалывать, и все нормально. Ну, если вкалывание считать нормой, то я это нормой не считаю. В смысле нормой? Я не люблю вкалывать, и я не считаю, что это норма, когда человек вкалывает. Ну, я так тоже не считаю. Ну, в смысле, вкалывает не в свое удовольствие, скажем так. Если он вкалывает в свое удовольствие, это одно дело, мне кажется. Вдохновенный труд. Да, ну что... Такое бывает, но редко, конечно. Редко, правда, но бывает. Согласны? Конечно. Что-что? А, вот Артём как бы вот говорит, что это в области сказок, но я считаю, что это не в области сказок. Ну ладно, у каждого своя позиция. Вот, к сожалению, сегодня у нас, видимо, не прозвучит песня от «Любовь в кабинке», да? То есть не прозвучит. Да, эта песня не прозвучит. Она запрещена цензурой, потому что запрещена нынче номер кабинки определенный, вот о котором говорится в этой песне, он запрещен. Этот номер запрещено произносить. А мне вот как раз вот было очень интересно именно поговорить по поводу этой песни как раз. Поговорить о ней можно, да. Но нельзя называть номер кабинки. Номер кабинки запрещен, потому что начнется паломничество в эту кабинку, сами понимаете. Все начнут там оставлять свое говно. Ну там, я так понимаю, там же упоминается не одна кабинка, то есть там как минимум два номера, нет? Или я что-то путаю? Да, там два номера. Uh-huh. Дело в том, что номер два, он не запрещен, да. А второй номер, он запрещен, да. И, ну, сами понимаете, дело в том, что в офисе время срать, да, существуют, разумеется, эти кабинки. И если секрет будет этот раскрыт, ну, сами понимаете, начнется паломничество, и что же мы будем делать с говном? Ну, это да, конечно, серьезная проблема. А, то есть, офис существует, да, такой? Конечно, существует. Существуют конкретные доказательства. Существует офис, конкретные фотографии этого офиса. Ну, а доказательства какие? Ну, каждый может зайти на сайт nasrana.com, и там есть, ну, свеженькая фотогалерея, где все обосновано, все доказано и показано. То есть, кабинка номер два, в принципе, может быть использована для посещений, да, ну, мало ли там... А вот другая кабинка, номер которой нельзя упомянуть, да, вот именно это является запретной кабинкой. Да. Ну, конечно, у нас стоят охранники там, но дело в том, что, конечно, не всегда они способны отразить какую-нибудь сильно агрессивную атаку. Ну, я чувствую, что вообще вот в этой кабинке могут происходить совершенно фатальные вещи, да, то есть такие, как смерть, убийство, ну, да, дело в том, что... Эта кабинка, она служит прообразом черной дыры. Вот, понимаешь? Я так и поняла. Я, кстати, вот поэтому... Дело в том, что если паломник зайдет туда и допустим, дернет ручку, да, бачка,
то может оказаться что-то совершенно непредвиденное, и он окажется совершенно в другом измерении. Благодаря унитазу. Разумеется, благодаря этому устройству. Да. А вот песня новая, я слышал, ты написал, называется «40 туалетов» или больше? Да, рабочее название «40 туалетов» этой песни. Ну, разумеется, в ней говорится, как и во всех наших песнях, о бренности нашего существования и о скоротечности жизни. Да. Так, а вот Бурс опять, по-моему, Бурс, вот я вижу, что ты о чем-то думаешь на самом деле. Вот ты, вот не надо обманывать сейчас всех, вопрос, пожалуйста. Сколько осталось до конца? А, понятно. Ну, это я тебе не скажу, это тайна, как бы. Это ты сам поймешь. Вот. Ну, значит, все-таки, значит, песня не будет исполнена, к сожалению, вот это самое, так сказать, фатальное. Да, да, именно, да, по запретам цензуры. Вот, друзья мои, такие вот у нас, как говорится, дела. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня группа, вернее, основные представители группы «Время срать». А мы здесь немножечко, так сказать, жажду утоляем. Вот. Просто дело в том, что, понимаете, здесь в чем особенность? Вот, когда беседуешь с группой «Время срать», вот, задаешь какой-то вопрос, и потом уходишь очень далеко в совершенно какие-то иные дебри, то есть, да, и поэтому порой сложно даже выпутаться оттуда. Чего же не говорили, еще непонятно. Ну, это, надеемся, что кому надо, тот поймет. Ну что же, а теперь предлагаем опять же, прослушать и увидеть в прямом эфире песню «Время срать», которая... Ну, да, пожалуйста, скажите. Ну да, это песня «Все из-за говна». Угу. Ну, получается, что мы ее сейчас исполним, опять же, вживую. Угу. Поскольку это не плюс, это минус. Ну да. Вот. Ты один ее исполнишь. Да. Вот. Не вы вдвоем. Ну, я не то чтобы вдвоем, а я буду так. Ну, нам полтора человека. Да, полтора человека будет исполнять. Что так? Да. Ну, что можно сказать? Поскольку в нашей жизни все происходит из-за говна, то... то, собственно, все так и происходит. Ты мне делаешь последний нет, прощальный символ, прощальный бред. Мы расстаемся с тобой навсегда, все из-за говна, все из-за говна. Пять утра, и все из-за говна, все из-за говна. И на прощанье я махну тебе рукой, может, встретимся, попавши в мир иной. Я так, не обращайте внимания. Я вспоминаю, как встречались мы, ты вдохновляла меня, и я писал стихи, но словно кто-то затушил в огне свет, и ты мне делаешь последний минет. Исчезаешь завтра в 8:05 утра, и все из-за говна, все из-за говна. И на прощанье я махну тебе рукой, ведь может встретимся, попавши в мир иной. Ты мне делаешь последний минет,
прощальный символ, прощальный бред. Мы расстаемся с тобой навсегда, и все из-за говна. Из-за говна. Я вспоминаю, как встречались мы. Ты вдохновляла меня, и я писал стихи. Но словно кто-то затушил огня свет, и ты мне делаешь последний. Ты исчезаешь завтра в 8:05 утра, и все из-за говна. Все из-за говна. И на прощанье я махну тебе рукой. Быть может, встретимся, попавшим в мир иной. Ты исчезаешь завтра в 8:05 утра, и все из-за говна, все из-за говна. И на прощанье я махну тебе рукой. Ведь может встретимся, попавший в мир иной. Могу сказать, что когда мы иногда писали эту песню в студии, то у меня просто на глаза наворачивались слезы. А на самом деле у меня очень тоже странное мистическое ощущение возникло. То есть вот, знаете, какое-то такое действительно пограничное состояние вот между миром говна и как бы иным миром. Вот, серьезно. Знаете, вот даже на концертах такого вот не бывало ощущения. А вот сейчас, знаете, какое-то... Да. Именно от этой песни. Нет, она... такая была всегда, да, интересная, необычная, но как-то поскольку люди перед сценой, как обычно, как любят там дико угорать, да, там прыгать, так сказать, то вот ощущение мистики, оно немного пропадает, как бы согласны? Да. Угу. Вот, значит, это я правильно почувствовала все-таки. Значит, у меня все-таки есть какая-то интуиция. А вот, блин, что-то я хотела вот еще спросить про концерты, про ваше выступление. Вот я говорю, это невозможно. Вот как-то вот уходишь в какие-то другие измерения. Mm-hmm. Что? Про тюрьму что-нибудь спроси. А, ну да, вот Алексей, вот пока мы шли сегодня к студии, рассказал о том, что он умудрился просидеть 3 месяца в польской тюрьме, например. То есть вот, Алексей, как это тебя так угораздило? И вообще, давно ли это было? Это был 2001 год. Угу. Ну, сами понимаете, что все люди хотят быть свободными, да, и кто-то позволяет себе эту свободу, вот, и мы просто хотели, в общем, погулять пешком по разным странам, поскольку виз не было, то мы гуляли, в общем, пешком без всяких виз и минуя границы, вот, то есть топали по контрольно-следовой полосе. Угу. И, в общем, сами понимаете, нас в конце концов поймали. А много вас было человек? Нас двое было. А, и то есть вас двоих поймали, соответственно. Угу. Да. Сколько у нас минут до конца? А, ну, собственно, вот нам показывают, что, в принципе, у нас уже все заканчивается. То есть, Бурзум, ты рад этому? Да я уже адаптировался, поэтому... А, ну, в общем-то... Можно дальше продолжать, конечно. Ну, нет, а вот теперь уже нельзя дальше продолжать. Ну, как всегда. Да, вот как, а так всегда бывает, в общем, да. Ну что ж, друзья мои, мы тогда с вами прощаемся, да, сегодня. Напоминаем о том, что сегодня была с вами передача «Рок-клиника», ведущая Фея Светлая, а также Алексей Забей из «Время срать» и Бурзум. Или Бурз, также из «Время срать» и из группы «Будда Май Трая». Итак, до свидания, друзья. Спасибо, что вы были с вами, с нами, вернее, мы с вами вот на протяжении этого часа и все это выдержали. Ура!